Всем доброе утро. На сегодня не облачко. Погода замечательная, но холодно. Прям свежо. Я сейчас... У меня машинка достирывается. А пока она достирывается, я хочу вот эти окна помыть. Блин, закрою дверь. Чарли Бенеки. Бенди. Кясов. У меня там пылесос валяется. Шторки, у меня лестница наверху, но она здоровая, надо лестницу другую купить и шторки тогда помыть. Но пока вот это окно, и мы быстро там, господи, средством лям-лям-лям и висем. Вот и окна чистые. В принципе-то им они с этой... Эти окна не грязные, потому что там все-таки с той стороны балкон. И дождь не достает до них, поэтому они так чистые. А вот в спальне там, да, там окна погрязнее, потому что дождь идет по ним. А закрывать жалюзи, там, знаете, ой, я окна помыла, жалюзи надо закрыть. Я не люблю, я люблю много света. Свет мне придает энергии, какой-то там вообще, я не знаю, а хочется дела делать. В общем, такой бардак, это что, ты певец какой-то? Я специально ничего не поправляю, потому что все это будет сниматься. Вот я уже приготовила скатерть, я ее потом отпарю, когда постелю. Вот сюда постелю. Потом, знаете, у меня вот эти в прошлом году разве были? Нет, по-моему. Они какие-то другие были. Я даже не помню. Надо вот сюда посмотреть. Там что? Пойдемте посмотрим. У фикуса откуда-то листья отвалились. Но я не пойму откуда. Здесь вроде все целые. Откуда листья отвалились? Не знаю. Какие-то они пыльные у меня. Надо их тоже протереть. Откуда отвалились листья? Листья желтые. В общем, не знаю. У меня уже постиралась машинка, так что я пойду сейчас белье развешу. Потому что у меня там спортивная одежда. Она должна высохнуть до 4. Представляете? Я вчера... В 7:30 нужно было уже резервировать себе на сумбу. Я хотела на 9:30. Ой, на 7:30. На 7:30 хотела пойти на сумбу. Завела себе будильник. Естественно, он у меня прозвонил. Я не поняла, зачем он мне звонит. И очухалась я в 7:38. То есть 8 минут уже кто-то резервировал себе сумбу. И так резервировала, что когда я захотела себе тоже зарезервировать, мест уже не было. 8 минут, за 8 минут уже все были места зарезервированы. Все такие спортсмены, что ли? И вот мне никакой понедельник никак не удается, чтобы зарезервировать и сходить на 7:30. То есть, когда я в спортзале нахожусь, я там, у меня заканчиваются занятия, они заканчиваются прям вовремя. Я иду, и там у них такая машинка стоит, ну, наверное, везде так. И резервируешь себе там места, там прям тютелька в тютельку. А дома я никак не могу себе. Там 50 человек, 50 мест на зумбу. В день ее, по-моему, 4 раза. Ну, есть 4 класса. Вот, я пойду теперь сегодня 5 на 4. Есть 4, потом 7:30. Вот. А 4 это как бы, ну, не знаю. Мне, конечно, нормально, удобно и народу поменьше. Но там мониторша не моя, ну, которая другая, а у нее немного танцы отличаются. И поэтому, как бы, ну, в общем, вы меня поняли.
придется опять в 4. Ну, 8 минут, за 8 минут 50 мест было разобрано только вот так. Я вообще офигела. Ну да ладно. Пойду я сейчас белье вешать, чтобы оно высохло, потому что уже это не лето, так быстро же сохнуть не будет за 2 часа. И пойду с Чарли гулять. Я, в принципе, уже надела свои леггинсы, которые спортивные. Они мне, конечно, очень большие, но гулять с Чарли нормально. И надену сверху кофту какую-нибудь спортивную, погуляю, потом приду домой и буду этот срач убирать. Да, конечно. Видок, конечно, вообще бомжовник, бомжовник какой-то. Ужас! Уборка, уборка, обед по расписанию. Сейчас буду делать все-таки паэлью. Так вот. Для этого нам понадобится перчик, помидорчик, чесночок. Чесночок. Вы знаете, я готовлю так, как готовят сестры моего мужа. Они готовят, как его мама. Мне очень нравится их арроз, как они говорят, паэлья, поэтому я готовлю без лука. Они готовят без лука, потому что, говорят, от лука он становится такой, как кашеобразный. Он не должен быть кашеобразный, он должен быть рисинка к рисинке. Поэтому я готовлю без него. Здесь у меня всякие креветки, мидии, кальмары. В общем, все, что нужно для мариску. Для паэльи, для мариску. И мясо. Буду сегодня готовить микста. У меня такое мясо. Поэтому сейчас порежу мясо и начну его обжаривать. Мясо поджарилось почти что. Почти что. Добавляем чеснок. И немного его тоже обжарим с мясом. Только чтобы не сгорел. Немножечко совсем. Какой запах пошел. Мадре мия. Мадре мия. Уже можно лопать.
здесь видите, чеснок уже ням-ням-ням подзажарился немного. Добавляем к нему перчик. Перчик нужен зеленый и красный. У меня только зеленый. Ничего страшного. И вот поджариваем немного, а тем временем буду чистить. Закроем крышечкой. Можно прибавить огонь. Помидорчики помою и буду их тоже нарезать. Если есть кальмарчики, закидываем сюда уже кальмарчики. Вот. И рыбку, которая готовится долго. И туда же сейчас помидоры. Зажарочка какая. Все это обжариваем минут 10-5, чтобы помидоры, как говорится, растаяли. И получился такой соус вкусняцкий. Так, у меня есть для паэли вот такая приправа с шафраном. Я никакой краситель в паэлью не кладу. Я зачем? Просто я не вижу в этом никакого смысла. Потому что от помидор и вот этой приправы станет паэлья своего цвета. Потому что паэлья вроде бы как белой не бывает. Но благодаря помидорам и вот этой приправе, я, кстати, ее беру в Меркадоне. Здесь всякие, здесь что есть? Здесь даже рецепт паэльи есть, представляете? А что здесь находится, нужно на коробке читать. На коробке. Гвоздика, шафран, перец молотый и паприка. Вот что там находится. Ну вот это все даст цвет паэлье. Смотрите, как уже тает помидор. Помидоры должны быть спелые. Рис буду готовить пропаренный, потому что муж не знаю, когда придет. А если вообще обычный рис, бомба лучше. Рис бомба. Он весь вкус берет и все. Будет вкусненько. Вот так. Так, это у нас все уже приготовилось. Можно засыпать рис. Так, его перемешаем. Я никогда не добавляю в паэлью обычную воду. Либо сама варю бульон, либо покупаю. Уже готовый вот такой у нас есть. Галина Бланка. Так, все перемешали. Засыпаем приправу. Видите, она какая. Даже как-то мало, что ли. Что тут такое? Какой запах. Рис схватился. Когда его вот так поджариваешь, он схвачивается. И потом не особо разваривается. Но у меня пропаренный, поэтому добавляем бульон. У меня, наверное, сковородка маленькая. Что-то у меня с маленькой сковородка, по-моему. Да. Особо рис не мешают. Вот я его перемешала сейчас. Мне кажется, надо посолить. Убираем огонь.
вот так вот мешать постоянно не надо, потому что получится рисотто. А нам нужно, чтобы рисинка крисеньки была. Вот так перемешали. Потом можно, знаете, как помешать? Вот так. Если вдруг пригорает. Если не пригорает, то никак. А вот эти все штуки мы добавим за 5 минут до готовности. Потому что креветки готовятся быстро. Мидии тоже. И все остальные. Вот. И 5 минут будет совершенно достаточно. Закрыла. И до готовности риса. Минут 15. Рис почти готов. И вот 5 минут ему осталось. Я закинула всякие креветки. Всякие там лангустины. В общем, все за... И вот ждем 5 минут. И все. И можно кушать. Ням-ням. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Если не понравился, тоже ставьте лайки. А почему бы и нет? И пишите комментарии. Что-то мне грустно. Никто мне не пишет. Нет, есть, которые пишут. Но пишите больше. Давайте общаться. В общем, я сейчас буду лопать. Пишите в комментариях, любите ли вы паэлью, например. Я обожаю. Я вообще очень люблю рис. В любом его проявлении. Поэтому да, я люблю паэлью. Я уже почистила манго себе. Надо опять наведаться в фруктовый магазин и купить себе манго. У меня еще одно осталось, и все. И фруктов мало, смотрите. Совсем почти ничего не осталось. Одни лимоны. Так что скоро пойдем в фруктовый магазин. За вкусняшками. Я уже сериальчик себе там включила. Какой-то крестный называется. Не знаю, интересный, неинтересный. Сейчас посмотрю. В общем, такие вот у нас дела. Все, друзья, пляжный сезон официально считаю закрытым. Принесла машину. Кстати, я машину пригнала и опарковала прямо внизу. И принесла свои кресла летние. Ой, у меня еще паэли столько-то осталось. Кстати, муж оценил, сказал, вкусные. Но я не разогретую поем. Завтра, наверное, и послезавтра здесь на два раза. Вот, а что я тут пока ходила? У меня тут, кстати, в Лидл надо за хлебом поехать. В общем, что я опять делаю, как вы думаете? Угадайте трех раз. Угадайте? Ну, правильно. Мармелад. Он уже у меня заготовился. Сейчас я его просто перелью. Смотрите, какую прелесть. И еще у меня тут сахара как раз осталось вот немного. И вот еще на раз осталось. Не на раз. У меня еще есть. Господи, у меня стирки, смотрите. Там заправлено, тут еще целая гора. Вот у меня еще есть, по-моему, даже на раз, а может быть и на два. Я вчера отвезла две тарины. Ну, две вот такие штуки. Такие. Родственницы, она мне через 15 минут пишет. Я, говорит, съела половину этой за вот 15 минут она уже съела, представляете? Вот такая вот вкуснота. Да, да, моя рыба, ты так ждал. Ой, сейчас внизу. Короче, машина рядом с моей машиной стояла. И женщина, видимо, машину не закрыла, она ее открыла, и сработала сигнализация. И вот. А Чарли на сигнализацию реагирует, знаете как? Сейчас хотите, вам покажу, как сигнализация делает? Сигнализация делает пи-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 
поцелуемся. Иди поцелуемся. Иди на свиту. Ой, вот люблю, не могу. Вот тут такой умный вообще. И поет, и танцует. И муж говорит, в цирк вам надо. Но в Испании цирк с животными запрещен. Так что для вас все делаем для вас. Да? Для вас. И поем, и танцуем. И в душ я пойду. Я в спортклубе не сходила в душ, потому что мне нужно делать всякие разные процедуры. Ну, там, пилинг для тела, повриться, скажем так. Пойду варенье перелью, то застынет и новое поставлю. Смотрите, что у меня происходит. Я помыла шкафчик. В общем, из холодильника убираю все крупы. Уже не так жарко. Кто знает, уже музыку слушаю. В общем, что я все крупы храню в холодильнике, потому что в нем червячки заводятся. Независимо там, и с чесноком хранил, и в стеклянных банках, неважно. Вот эта моль летает, откладывает свои яйца, потом появляются червячки. В общем, чтобы все это избежать, я просто в холодильник на верхнюю полку кладу, и все. И там у меня все спасается. А теперь все это надо уместить туда. Попробую. Ну, все прекрасно уместилось. Смотрите, это у меня коробки из-под печенья. Такое в Меркадоне продается за евро. Очень удобно, потому что здесь видно, что находится. Вот тут у меня все то, что я часто пользуюсь, а там крупы, которыми я почти не пользуюсь. Поэтому все удобно, все смотрю, все видно. О, как. Теперь надо холодильник помыть. И все будет хоккей. Твои глаза... Такие нежные. У нас тучки надвигаются. Может быть, все-таки завтра будет дождик. И прям холодно. Закрою сейчас дверь. По-осеннему прям. С вами буду прощаться до завтра. Буду отдыхать. Лежать на диване и ничего не делать. Всего вам самого наилучшего. Всем пока, до завтра.